Вот это важнейшая тема. Я чисто вскользь. Вот тут мы что говорили про три поколения сеянцев. Результат. То, что, как он сказал, он видел, видимо, эти самые, пробовал. У Валентина потрясающие успехи. Вот так. А что это действительно, если их не гноить, как учит это Крамаренко? Ой, проговорился. Некая Лариса, скажем так. Если не гноить их. Так. Ну ладно. Смотрим, что же там пишет Бродов. Ну, может, вы прочли, но я повторю, это очень важное. У меня же все больше сторонников. Я не говорю, что там Казарин или Бродов мой ученик или там учитель. Я говорю, единомышленник. Вот. И чем дальше, тем больше у меня единомышленников. Единая мысль. Хотя это тоже плохо, кстати. Вот когда-то все мои 108 постулатов и больше, это 5 лет назад книга написана, станут догмами, а потом они станут тормозом развития садоводства. Почему? Климат поменяется, а вот так. Вот. Но на данный момент мы можем вернуть здравый смысл, мозги в сады. Вот. Тут уже надо проявлять максимальный гуманизм, и все получится. Вот. Читая вашу последнюю книгу, появилась такая мысль, что официальная наука редко сталкивается с вегетативными гибридами еще и потому, что при их агротехнике удаляются все ветки из зоны, где возможно появление ВГ. Павел Валерьевич, эх, когда же у вас это? Ну, еще, может быть, Казарина в академике возьмут со временем. Если он будет продолжать, да, может, и жизни не хватит, не знаю. Не знаю, не знаю. Вот. Но, кто бы вы ни были, пожарный, как, допустим, Валентин Валентинович, металлург, как Железов, вот, учитель, как Бродский, но у вас самое главное, вы умеете наблюдать и делать выводы. Еще и потому, что при агротехнике удаляются все ветки из зоны, где возможно появление ВГ. Вот. Главное, смотрите сюда. Вот это саженец, да? Который... Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Примерно один, два, три. Ну, порядка 15-20 веток удалено. Так. Ну, есть какой может быть ответ на ваш вопрос? Удаляются все ветки из зоны. Всегда, если вы мои постулаты узнаете, прививка как можно ниже. В основание штамба. Или в основание скелетной ветки, если вы все-таки скелетная ветка. Ну, если штамб толстый. Раз. Дальше. Берется черенок. Из основания ветки. Поняли? Что она возьмет? Вот. А, кстати, какая это вегетативная гибридизация? Это не это самое, не сорт помады. Это другое. Ну, я все-таки не выдержал. Дело в том, что когда на мне... Вот, радеет французским и грузинским. Но я не думаю, что это тоже. Платонова защитила кандидатскую на тему «Внимание!» Я люблю прикалываться. Знаете как? Вот он не кто человек, а тут уже раз... Все, ученые. Билингвизм СР. Вы думаете, что я сделал? Сейчас же интернет. Набираю. Билингвизм. Не ошибся я, нет? Билингвизм. Двуязычие. Практика по переменному использованию двумя языками. Владение двумя языками и умение с их помощью создать успешную коммуникацию. И как ей помогло это выращивать? Все. Дальше. И вот эта вот женщина стала символом, потому что достаточно молодая, смазливая, вот, самая раскрученная на данный момент, вот, стала символом вот этого самого палаческого отношения с моей стороны, или символом на самом деле, якобы, вот. Ну что, посмеялись? А? Вот. Теперь...